Позитивных изменений дождались бегуны Владивостока. Дорожку вокруг озера Юность, больше известного как Чан, наконец отремонтируют. Последний раз строители чинили ее 4 года назад, но за это время она успела прийти в негодность. Асфальт провалился, и на пути спортсменов к здоровому образу жизни образовались огромные дыры. Когда можно будет снова заниматься на Чане, знает Илья Мороз. Рабочие демонтируют решетку, которая закрывает проход. Отсюда начинается опасный участок. Ямы, провалы в асфальте и сломанные леера. Скоро здесь появятся новый настил и крепкие перила. Последний раз беговую дорожку на озере Юность ремонтировали 4 года назад, но она быстро пришла в негодность. Участок вдоль железной дороги прокуратура признала небезопасным для здоровья и перекрыла. Горожане, среди которых оказались именитые спортсмены, обратились к чиновникам с просьбой отремонтировать беговые дорожки. И вообще это общественно значимое место для нашего города. Скажем так, здесь прошло много поколений. И профессиональные спортсмены, и любители, и люди, занимающиеся здоровым образом жизни. В июле этого года спортсмены обратились к главе региона Андрею Тарасенко, и дело сдвинулось с мертвой точки. На ремонт выделили 600 тысяч рублей. Работы планируют завершить к 15 августа. Заделать эти дырки, леера. Но то, чтобы человек бегал и не думал, что он куда-то упадет и сломает ногу. У озера Юность тренировалась еще советская сборная по легкой атлетике перед Олимпиадой 88 года в Сеуле. С тех пор беговые дорожки в районе Молодежной стали популярнейшим местом у всех любителей спорта. По вечерам здесь занимаются сотни горожан. Каждый житель города Владивостока и наверняка побывал здесь и видел этот райский уголок, который действительно среди этого дыма из чада веет свежестью, рыба плавает, зелень, озеро. Это приятно, побежать здесь. Бег является одним из самым доступным видом из циклических видов спорта. Наименее затратным. Поэтому польза от него максимальная. Спортсмены надеются, что только текущим ремонтом дело не ограничится. Тем более в краевой администрации пообещали, что за беговые дорожки на озере Юность возьмутся основательно. Возможно, что уже в этом году начнется капитальный ремонт. Илья Мороз, Анатолий Барышников, «Панорама».